Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас обзор на вот такие вот конфетки тирамису 280 грамм. Покупала их в фикс-прайсе в районе 50 рублей плюс-минус. Такая красивая упаковочка у них. Бывают они вот разные. Так, что у нас по составу? Е-добавок. Нет, 3 штуки. Вот состав. На фиолетовом цвете он хорошо смотрится. Так, давайте их откроем. Упаковка, кстати, очень красивая, мне понравилась. Ух ты! А конфетки-то смотрите, какие красивые, они такие маленькие. Там-то их не видно, не чувствуется. И, видимо, кругленькие. Тут, кстати, побольше, чем коричневые. Да, они, видимо, разные. Так, давайте посчитаем, сколько штук. Почему-то 280, сделали бы сразу 300 грамм. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, у нас 12 таких. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 12 розовых и 9 темных. И давайте откроем с вами темненькую. Воздушные со вкусом тирамису. Такая она, кстати, очень довольно маленькая. Потому что через упаковку казалось, что она большая. Так, ну внутри, конечно, должна быть какая-то там темненькая. На самой упаковке не нарисована, какая конфетка, какая она внутри. Там такого нету. Так, она уже у меня помялась немножко. Ну такая, кстати, конфетка неаккуратная совсем. Такая, как будто вот лепили, вот просто чисто так вот налепить. Видимо, поэтому она в фикс-прайсе продается. Внутри, тут даже не отличишь, честно. Темная она внутри или не темная. Отличается, конечно, от упаковки. Ну, как бы есть там что-то полосочку. Ну, давайте попробуем. Сладкая в меру, неприторная, кофейная. Прям вот много-много-много вкуса кофейного. Прямо, знаете, обалденно. Такую конфетку хочется вот одну с другой, одну с другой. Но долго жуешь, долго она мягкая, нежная. После вкуса остается. Ну, такая она ароматная. Вкусная. Реально, вот вкусная. Вот бывают такие конфеты, когда вот действительно вкусные, если уж там написано, что она кофейная. Да, там кофейная написано. А, тирамису больше, да? Ну, тирамису, наверное, что-то там похоже с кофе. Напишите в комментариях. Потому что торт тирамису я ни разу не пробовала. Я так его и не поймала в магазине. Постоянно его нету, нету, нету. Привезли, купили все. А мне, как всегда, не досталось. Ну, здесь прям такая она кофейная, прям... А, там же написано, да, кофейная. Вот, прям вкусная, обалденная. Мне понравилось. Давайте попробуем розовенькую. Она поменьше немножко по размеру. Она какая-то более приплюснутая. С помадным вкусом. Здесь написано. А на той, что было написано. А, ну тоже с помадным. А, ну они одинаковые должны быть, оказывается. Просто бывают такие, бывают такие. Ну, давайте все равно откроем, потому что это вот видно, что она вот прям вот выпуклая. А это вот более какая-то приплюснутая как будто. Точно такая же, как не пойми откуда. Или как будто они сделаны, что и так надо. Еще подрисовать глазки, и получится жучок. Да, кстати, они, видимо, одинаковые. То же самое внутри. Нет, розовая все-таки другая. Розовой нет вкуса кофейного, она более мягкая. Если коричневая, она как жвачка, ее долго жуешь. Не сразу прожевываешь. То розовая... Быстро прожевывается, кофейного вкуса нету, больше какой-то вкус крема.
У тебя тоже самое написано, кофеин, но это название, наверное. Тирамису со вкусом тирамису. Воздушные. Здесь вроде воздушные. Нет, что-то розовая другая по вкусу. Кофейного там аромата нету. Но тоже вкусно. Что-то у нее какой-то такой, да, другой вкус. Непонятно какой. Вот такой у нас с вами был обзор. Такие вот необычные конфетки. А, знаете, вот какой чисто по упаковке. Вот 5 с плюсом. Обалденно. Очень красивая. Но то, что вот внутри, вот неаккуратность конфет, мне не понравилось. Если вот так вот подарить, наверное, если человек, вы знаете, что не будет обращать внимания на неаккуратность конфет, то, в принципе, можно. Ну, наверное, такие конфеты дарить где-нибудь там директору какому-нибудь или учительнице, или, я не знаю, там кому, то, наверное, не стоит. Не знаю, напишите в комментариях, как вы думаете, кому можно подарить такие конфеты. Ну, не знаю, может, и не обратит внимания на неаккуратность. Ну, правда, по ощущениям, кажется, как будто что-то шлепнулось откуда-то. Эта конфетка, и получилась такая. Смотрите наши другие обзоры. Тоже из магазина Fix Price будут сейчас конфетки. Очень много там разных. Из других магазинов обзоры. Влоги наши смотреть, болталки. Чем мы там занимаемся целый день. Также обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.